Второй приз я хочу вручить Романовой Марине. Вот посмотрите на эту девушку. Я в нее влюблена. Несмотря на то, что я мужчин люблю, очень даже. Я обожаю мужчин. Но вот эта девушка очень хотела, чтобы она когда-то работала с Мезопром. Она обратилась, это доктор, который еще заканчивает ординатуру, заканчивает учебу, и она обратилась год назад и писала в Инстаграме мне, и я по ее словам сразу я почувствовала ее, что бывает твое, бывают твои доктора, как вот они у меня все здесь. Я их чую, у меня чуйка на это. Я бы вас очень хотела видеть в нашей команде докторов-профессионалов, и чтобы вы с нами в будущем выросли, стали звездой. Вы пока здесь не работаете, но я поняла, что у вас маленький старт есть. И мы вас выбирали не из-за того, что это вы. Я вот только сегодня узнала, что это вы оказались. Я вашу прочитаю, я его не запомнила, что он ваш конкретно, я на него обращу внимание. Вам огромный, шикарный тоже подарок для работы. Здесь жидкие мезониты на курс терапии, также ампульная косметика. И я желаю вам творческих успехов, и чтобы вам действительно все это нравилось и возникали какие-то новые идеи в вашей работе. Буду стараться. Спасибо большое. Вам огромное. Крышка для коробки и диплом. Нас фотографируют? Да. А на кого смотрите? Я вас диплом только с ним сфотографировалась.